Снегопады, метели, переходы температуры через 0 градусов осложнили движение на участках федеральных трасс в Чувашии. Однако, по данным Управления автомобильных дорог «Волга», движение не прерывалось. Сниженный скоростной режим наблюдается на участке затяжного спуска и подъема около деревни Янзыкасы Цивильского района автодороги М7 «Волга». Участок сейчас реконструируется, и максимальная скорость движения по нему ограничена до 40 км в час. Подрядные организации, занятые на содержании автодорог, работают в круглосуточном режиме. На расчистке и обработке дорог задействовано до 66 единиц техники и 11 бригад дорожных рабочих.